Владимира Владимировича. Дорогие товарищи, горожане, гости Хрустального, власть наша российская и наша городская власть, а также все те, что здесь присутствуют. Мне очень трогательно сегодня. Столько внимания вы мне уделили, как говорят радость с висками на глазах. У меня в душе радость, потому что настолько это трогательно, если бы вы знали, в каком... Вы вдохновили меня. И все, что мне какие бывают недуги у меня, мне как будто бы я заново появился на свет. Спасибо, товарищи дорогие. Кстати, я хочу сказать о всем детям, взрослым, будьте достойными наших предков. Россия была все время утопала в войнах. Правильно? Родимые, ранимые, но непобедимая Россия сейчас. Мне только 96 лет. Коснется дело, хоть я и, как говорится, кругом израненный, я сяду за рычаги танка прямо сейчас. Кто-то звонит так. Ну ладно. И мне хочется громко крикнуть, чтобы слышала заокеанские господа и Европа. Недобитые! Неужели вы хотите, чтобы вас добили? Потому что сейчас разные нам провокации шлет вот эти круги. А мне хочется сказать сейчас всем этим лазутчикам бедарщины пословицу: собака лает, а караван идет. Россия сейчас стала настолько мощной и сильной, так что недруги наши, если посягнут на нас, они вспомнят прошлые годы. Итак, товарищи, я обращаюсь к вам еще раз с великим словом спасибо. Вы мне просто дали настроение хорошее. Спасибо вам, товарищи. 3-4. Спасибо за победу! Спасибо за победу! Спасибо за победу!